когда Наполеон III приехал в Биарриц, Наполеон III, императрица Евгения, естественно, он был настолько важный человек, что сюда начали приезжать все дипломаты, консулы и, естественно, вся русская аристократия, царь Александр II, Александр III, их вдовы. Жилой поселок Чиберта города Англет неподалеку от Биарица. Та самая вилла Сюзанна или Модерн, которую в прошлом году приобрел Артур Очеретный. Новым владельцам не удалось остаться незамеченными. Французское законодательство обязует каждого собственника вписать свою фамилию вот в такое вот разрешение, которое должно быть вывешено на заборе каждой стройки. Сперва Артур Очеретный хотел остаться в тени, но когда судебные приставы вынесли предупреждение, фамилию все-таки пришлось вписать. Вы знаете, раньше ходила забавная история, связанная с семьей Путина. Когда президент Ельцин решил передать власть Владимиру Путину, в то время господин Путин был на каникулах на Баскском побережье. Он часто приезжал сюда со своей супругой и детьми. Этот регион он особенно ценил. Считается, что Путин был здесь, когда Ельцин позвонил ему, чтобы предложить высокую должность, которая известна. Раньше собственником дома был адвокат, у которого там был кабинет, где он принимал своих клиентов. Среди них было много иностранцев, особенно из Испании. Он прожил там порядка 20 лет, а после смерти его вдова решила продать виллу. Не так много агентов, занимающихся престижной недвижимостью, что подразумевает под собой определенную конфиденциальность. Я прекрасно знал человека, который осуществил транзакцию виллы. Я узнал, что за покупателем стояла семья господина Путина, желавших приобрести дом. Thank you.
Людмилу Путину, Екатерину Тихонову видят в Биарице нечасто, но иногда они все-таки приезжают на Атлантическое побережье, ходят на местные рынки, в последний раз их видели летом прошлого года. Вообще в Биарице, Англете, Байоне любят проводить свою старость состоятельные французы, играя в гольф и наслаждаясь закатом. Работы в новом доме планируется завершить к июню этого года, и, возможно, уже этим летом до своего собственного дома, а не до виллы дочки, доедет и Людмила Путина. Андрей Войтович, специально для настоящего времени из Франции.